Ну что ж, друзья, привет. Надеюсь, что не очень темно. Ой, извините, сидеть тяжело. Стоять тоже и лежать, в принципе, тоже не самое лучшее. А что, в общем, какие новости? Хотела поделиться с вами. Ну, начать, так сказать, влог немножко с нытья. Вот, в общем... Приветствую всех новеньких на своем канале, новеньких зрителей, новеньких подписчиков. Всем очень рада, спасибо, что подписываетесь. Вот, в общем, новости таковы. Сегодня у нас понедельник, я, соответственно, не на работе, время у нас уже почти 12. Сейчас вызываю врача на дом. В общем, я на больничном. Вот так вот. И, в общем-то, пока что предварительно по описанию того, что со мной происходит, как-то врач это назвал защемление рожкового корешка какого-то, в общем, что-то в этом духе. Точно, не знаю, я как-то, знаете, но когда врачи говорят, у меня не откладывается в голове это вообще никак. Мне нужно, чтобы отложилось, чтобы они это записали, как-то зафиксировали на бумаге, да, на каком-то рецептурном листе или что-то в этом духе. Вот. И, в общем, фигня, конечно. В общем, это такая штука, которая уже никак не лечится, это невозможно исправить, но с этим можно жить. Вот, сидеть неудобно, чтобы нормально сесть, нужно найти подходящую позу. Соответственно, постоянно болит поясница. Вот. И, собственно, про что я больше всего говорила, да, на что он именно зацепился, то, что боли отдают в левую коленку. Вот, это сказал он, это уже серьезно. И это невозможно никак исправить. Вот, так что все. А мне всего 35. А я уже как старушка. Спасибо театру иллюзий. Положила свое здоровье ради работы. И всего за 3 года вот такая фигня произошла. Сейчас отдает в коленку. Вот, в общем, давайте перейдем от грустных новостей к более таким менее приятным. А я тут делала заказ на сайте аптека.ру и заказала 4 масочки и витаминки. Витаминки вот такие вот. Для женской красоты и здоровья, но просто почитала, что, в принципе, они полезны. Фолиевая кислота, она полезна для волос, ногтей, в общем-то, для женской сферы. А витамин В12 и В6 в комплекс входят. Вот. И заказала еще повторно вот такие 2 масочки. Я уже одну заказывала, мне понравилось. И дозаказала еще 2, потому что они были по акции. Там была очень какая-то колоссальная скидка. Ну, я подпишу на экране, сколько они стоят без скидки и сколько со скидкой. Вот. И еще вот таких 2 взяла. Тоже они были по акции, тоже со скидкой. Так они где-то около... не буду врать, около 200 рублей, что ли. А я их, по-моему, за 70 с чем-то взяла. Здесь 15 грамм. И она гелевая. Здесь где-то я вычитала, что эту маску хватает использовать на 2 раза минимум. Вот, поэтому, в принципе, можно растянуть даже и на 3 раза. Вот такая, в общем, маска. Тоже попробую, они были по скидке. Вот.
Еще буквально на днях хотел вам отзыв, такой небольшой. На днях решила гелевую маску попробовать. У меня было тоже, я, знаете, все покупаю в количестве двух штук всегда, две маски по две штуки. Потому что, в принципе, если понравилось, можно воспользоваться еще раз, получить удовольствие. Если не понравилось, то, в принципе, можно отдать человеку, который хочет попробовать, да. Вот. И, в общем-то, я покупала, по-моему, эту маску где-то у нас в хозяйственном, что ли. Честно говоря, не помню. Может быть, даже не в хозяйственном. Не помню, где брала. Тоже у меня их было две штуки. Вот осталась одна. Одну я попробовала. И она просто шикарная вообще. Вот такой пакетик. Как бы вам показать? Здесь не видно, что написано. Вот так выглядит. В общем, маска, производитель ООО «Стелла», группа компаний «Тимекс». Вот. И маска просто чудо. Я как бы, ну, не сильно не возлагала каких-то надежд вообще на какие-то маски. Я сильно не возлагаю, да, они потому что делают, как правило, мгновенный эффект. То есть ты наносишь, да, что-то, какой-то эффект происходит, и либо он задерживается, либо нет, либо нужно еще делать такую маску, то есть постоянно. Вот эта штука творит чудеса. Вот я вам всем советую, просто чудо. Здесь по инструкции нужно нанести маску на сухую кожу. И так, подождите, на сухую. На предварительно очищенную кожу лица, шеи, зону вокруг глаз. Вот, можно наносить на зону вокруг глаз. Оставить до полного впитывания, то есть полностью, как, ну, это может занять и 20 минут, и 40 минут. Я сидела около часа. То есть, когда вот она полностью впитается, и не будет ощущения, что еще влажность на лице. Вот, и после этого, если остались какие-то остатки, убрать их ватным диском. Я вам скажу, что я нанесла практически все, я нанесла и вокруг глаз, и на все лицо, и вот немножко вот на шею мне хватило, вот так вот. И я сидела почти час. Единственный такой, как бы, ну, минус, не минус, она полностью впиталась. Но сама поверхность не была сухая, а была липкая. И когда я пыталась убрать этот оставшийся подсохший слой ватным диском, он просто начал прилипать и оставлять волоски на лице. Поэтому я смыла эту липкие остатки, но это ничуть не ухудшило как бы результата. Результат просто потрясающий. Кожа стала мягкая такая, шелковистая, прям вот ощущение того, что она напиталась влагой, вот прям такая вот роскошная кожа. И что самое удивительное, эффект держался больше недели, то есть где-то дней 8-10 держался эффект вот этой увлажненности. И уже потом постепенно опять вот здесь вот у меня на вот этих местах появились чешуйки шелушащейся кожи. То есть что-то вот здесь это опять сухость образовалась. Вот. А так просто маска вообще чудо с муцином улитки называется. Вот еще раз покажу. Вот так вот упаковочка выглядит. Здесь получается 7 миллилитров. Вот. Небольшая она. Но она просто вообще, я даже эффект ультралифтинга, инновация. Ну, просто крутая маска. Вот советую попробовать, вообще супер. И я не помню, вот реально не помню, где я ее брала, но если когда-нибудь увижу, возьму штучек 10 и сразу. Вот, знаете, напоминает чем-то те же патчи под глаза. Они тоже такие же гелевые и такие же ощущения. А вот, только это как бы 3D, что ли. Как будто очень много патчей, они все на лицо наложены, и это прям вот
мгновенное, как сказать, как будто вот водой в тебя плеснули, и она моментально впиталась в тебя, как в губку. В общем, эффект потрясающий. Еще хотела вам показать. Мне пришла открыточка. Такая, видите, сейчас покажу вам этот самый. Вот с такой маркой. Такая марка, что-то не фокусируется нифига. В общем, открытка мне пришла из Сакрамента. По-моему, это у нас Калифорния. Вот, в общем-то, стоила она $15, по-моему. Или я, в общем, не знаю. Но это я на одном канале, ну как, не то, что выиграла в конкурсе, там был такой предновогодний конкурс, а нужно было в числе первых 10 комментариев написать что-то, ну, девушке на видео, какие-то приятные слова, и написать, что ты хочешь открытку. Вот, и я, в общем, попала в этот список. Ну, точнее, не то, что я попала в этот список, а, в сущности, я была там в числе первых. Вот, ну, в принципе, было просто приятно, ну, и мне хотелось получить такой сюрприз совершенно от незнакомого человека, это, мне кажется, круто. Вот, и, в общем-то, вот такая открыточка пришла ко мне. Так приятно, так прикольно вообще, ну, и с другой стороны. Вот, здесь личное послание, и есть еще вот такое вот послание. Можете остановить, прочитать. Я английский не знаю, так что, ну, может, как-нибудь переведу. И здесь личное поздравление. Вот, в общем-то, спасибо огромное. Открыточку я получила. Вера, если будешь смотреть канал, вот открыточка. Спасибо огромное. Это очень приятно. И круто, когда ты можешь совершенно от незнакомого человека из другой страны получить маленькое поздравление. А ты открытка пришла ко мне чуть позже Нового года, но, в принципе, к Рождеству, по-моему, или к Старому Новому году. Просто не было возможности ее раньше открыть. Спасибо огромное. Вот, и еще хотела с вами поделиться. Мне тут прислали, по-моему, в Инстаграме какую-то, как это называется, в общем, типа рекламного приглашения на сайт с корейской косметикой. И я вам покажу упаковка, просто компания СДЭК принес мне курьер, доставка абсолютно бесплатная, я платила только за саму продукцию. И у них была такая, как сказать, флешмоб-акция 7 дней, 7 масок. Вот, это прям у них хэштег такой, 7 дней, 7 масок. Я его оставлю под видео в инфобоксе. Вот, пройдете, посмотрите, там вообще информации очень много интересной, полезной. Вот, и рассчитано, то есть это такой комплекс из масок, который рассчитан вот конкретно на 7 дней. То есть каждый день вы делаете новую маску. А что там внутри, я понятия не имею. Вот, но я заказала два комплекса. То есть получается 2 недели, 14 масок. Давайте откроем и посмотрим, что там такое. А, тут не надо отрезать. Тут все отрывается. Вот. Да, и здесь внутри этого конверта еще конвертики. Так, сейчас достану. Да, тут получается у нас две упаковки. Сайт называется My Life Key Shop, корейская косметика, MLKS. Вот такой вот. И, соответственно, у меня их два. Вот, давайте их открывать.
В общем-то, они такие прям, ну, круто сделано. Очень классно. Одна потемнее, другая посветлее. Очень прикольно. Ну, лаконично, ничего такого сверхъестественного. Никаких супер наклеек. Вот, давайте посмотрим, что там. Какие там маски. Ну, как вы, может быть, заметили, я масочный маньяк. И в одном из моих крайних видео я показывала организацию косметики в комоде. Ссылочку где-нибудь вот здесь оставлю на это видео. Да, у меня много масок, и зачастую они в основном, даже не зачастую, а в основном они все для лица. Вот, за редким исключением я использую маски для волос и чего-то подобного. Так, и у нас тут, собственно, вот такая пачечка, 7 масок, прям вот 7 штук. Я так понимаю, в принципе, разницы нету, в какой день какую маску. То есть на них никак ничего не написано. В общем, начнем. Первая маска вот такая вот. А, знаете, здесь все либо на английском, либо на корейском, но сзади есть расшифровка на русский язык. А, значит, маска для лица питательная. С алоэ и что-то там еще. С экстрактом алоэ вера увлажняет, насыщает кожу питательными веществами. Уставшая и сухая кожа становится гладкой и нежной. Вот такая вот красавица. Так, дальше. Следующая вот такая вот. И это у нас маска тканевая с экстрактом киви. Из серии Natural содержит экстракт золотого киви 1000 миллиграмм. Экстракт золотого киви восстанавливает, питает и стимулирует обновление клеток, предотвращает обезвоживание, сухость и повреждения, которые могут быть вызваны солнечными лучами. Маска отшелушивает старые клетки, придает коже яркость и поддерживает оптимальное увлажнение. Вот такая, в общем, красотулька. Дальше у нас вот такая масочка. Маска тканевая, чайное дерево. Экстракт чайного дерева является результативным антисептиком и противовоспалительным средством широкого спектра действия, успокаивает и освежает кожу, придает бодрость и тонизирует, препятствует образованию угревой сыпи и возвращает коже ровный тон, особенно эффективен для проблемной кожи. Вот такая вот. Дальше вот такая маска. Так, маска для лица успокаивающая. Экстракт зеленого чая эффективно успокаивает кожу, насыщает ее влагой, уменьшает воспаление, а также сужает поры и снимает шелушение. Комплекс эффективно подтягивает кожу, разглаживает морщинки, предотвращает преждевременное старение кожи, придавая ей здоровое сияние. Подходит для всех типов. Вот такая вот красавица. Так, следующая. Вот такая вот масочка сочненькая с малиной. Маска тканевая лотос. Тканевая маска на основе цветков лотоса и малины. Насыщает кожу витаминами, стимулирует рост новых клеток, освежает, делает кожу гладкой и упругой. Экстракт лотоса смягчает кожу, сужает поры, имеет противовоспалительный и расслабляющий эффект. Вот такая красота. Так, следующая вот такая вот. Простенько и лаконично. Маска тканевая с коллагеном. Маска с коллагеном отлично повышает эластичность кожи, интенсивно увлажняет, выравнивает рельеф, разглаживает морщины. Оказывает успокаивающий, так, быстрый эффект, стойкий лифтинг эффект. Экстракт солодки, аллантоин и амамелис успокаивают чувствительную кожу. А бетаин и гиалуроновая кислота и масло ши
превосходно увлажняет ее. Такая вот прям суперская. Наполнение у маски вообще шик. Ну и последняя вот такая маска для лица тканевая с лифтинг-эффектом. Основная функция маски – подтяжка овала лица и возвращение упругости кожи. В составе эссенции входят экстракты листьев алоэ, масло ши и масло жожоба. Благодаря воздействию питательных компонентов кожа становится увлажненной, напитанной полезными веществами, подтянутой и свежей. В общем, вот такая маска. И это был один пакетик. Вот, давайте посмотрим, соответствует ли второй пакет первому. Так, сейчас открою. Просто посмотрим, такие же там маски или нет. Да, тут все то же самое. Такой же комплекс. С алоэ, с киви, чайное дерево. Вот такое. С углем, с малиной. Ой, вот это фиолетовое. И вот такая же последняя с коллагеном. В общем, я теперь на 2 недели. Точнее, даже не на 2 недели, если вы видели мою коллекцию масок, то прибавьте к ним еще вот это вот. В общем, на ближайшее время обеспечено. И на самом деле никакая болезнь меня не проймет, я все равно канал не брошу. Я всегда буду с вами делиться своими маленькими переживаниями, какими-то вещами. В общем, вот так поделилась с вами. Такие новости, такие интересные посылочки. В общем, не скучайте, пока я на больничном. Может быть, удастся еще что-нибудь поснимать, пока я дома. Такой маленький секретик. Это не планировалось никак, просто так сложились обстоятельства. Вот, в общем, всех целую, по всем скучаю. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся, надеюсь, скоро-скоро. Пока-пока.